В Ульяновске прошли всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Новое поколение». Состязание принял дворец художественной гимнастики «Татьяна-Арена». «Новое поколение» – это отборочные соревнования. По итогам 5 дней борьбы из сильнейших будет сформировано сборное общество «Спартак». Старший тренер юниорского состава сборной России Екатерина Сиротина отметила, значимость этих соревнований очень высока. Это очень важный, ответственный для них старт, потому что на этих соревнованиях мы формируем сборную команду общества «Спартак» по художественной гимнастике. Желающих очень много, и для всех это действительно ответственный старт, потому что они очень много работали, очень много готовились. И сейчас самое главное, да, не испугаться и показать все то, чему научились. Торжественная церемония открытия. Спортсменок встретили аплодисментами. Среди почетных гостей первые лица региона, тренеры федерального уровня. В этом году показать себя и проверить свои силы приехали 800 гимнасток из 32 регионов страны. Соревнования проводятся в индивидуальном зачете и групповых упражнениях. Возраст спортсменок от 5 до 17 лет. Команды из Казани в Ульяновске на соревнованиях не впервые. На этот раз они прибыли в количестве 7 человек. Тренер Екатерина Макурина лукавить не стала. Приехали побеждать. Тренируемся усиленно, когда есть возможность. Даже тут, приехав сюда, в Ульяновск, прекрасный спортивный комплекс «Татьяна-Арена». В таких условиях очень приятно тренироваться, очень приятно выступать. И мы уже тут не первый раз, с удовольствием сюда приезжаем, так как соревнования проводятся на очень высоком уровне. Кто-то уже успел выйти на гимнастический ковер и показать себя. Для кого-то сейчас идут последние приготовления. Волнение зашкаливает. Художественная гимнастика по праву считается одним из самых красивых видов спорта. За каждым номером, грациозными движениями спортсменок, профессионально выполненными элементами скрывается невероятный труд, месяцы и годы тренировок. Я выступаю личную программу, готовлюсь достаточно давно. Мое упражнение восточное вместе с классикой. Я немного волнуюсь, но в принципе все хорошо. Соревнования завершатся 25 сентября. Следующим этапом для молодых спортсменок станет всероссийский турнир юной гимнастки России, который также пройдет в Ульяновске в октябре. Алина Тихонова, Даниил Сурков, Ул Правда ТВ.